этих гвоздях медитировать саморазвивание. Всем привет! Сегодня хотелось бы рассказать о доске садху, о стоянии на гвоздях, такой интересной практике, которая оздоравливает, открывает медитативные способности, да и вообще в целом дает духовный рост и бодрит. Вот посмотрите, такая вот дизайнерская работа, доска садху складная, и что мы видим? Обычные гвозди, оцинкованные гвозди, расположенные максимально ровно, и на них как раз можно стоять и добиваться очень многогранных результатов, друзья. В первую очередь, это здоровье, это поднятие иммунитета, это оздоровление всего организма. За счет чего? Как мы видим, на ногах расположены точки акупунктурные, которые отвечают за все внутренние органы, все внутренние и внешние органы, то есть тут и глаза есть, и уши, и, как мы видим, пищеварение, железы различные. И все это начинает активироваться, то есть воздействуя гвоздями на эти точки, причем воздействие идет очень сильное, очень мощное, и от этого у организма образуются полезные ферменты, то есть в состоянии стресса организм вырабатывает полезные ферменты, и все эти полезные ферменты устремляются по всему нашему организму, да, по всем внутренним органам. И если что-то болит, если что-то у вас не в порядке, то данный орган начинает оздоравливаться. У меня даже был такой случай, когда я оглох от слишком сильного звука, от репетиции. Там так получилось, что колонка очень сильно дала звук, и у меня стреляло ухо, плохо слышал. Я встал на гвозди, и ухо начало выдавать тепло, то есть прям в ухе начался какой-то процесс. Я удивился, и после этого у меня прошло ухо. То есть вот такой был нестандартный случай. Конечно, тут речь идет именно о нестандартном случае. Такое бывает редко, но в то же время бывает. Бывает всякое. Поэтому очень мощная идет проработка всего организма, очень мощное оздоровление. И это приятно, то, что можно с помощью такой практики оздоровиться. Также еще я применяю эту практику, когда начинаю, например, простужаться, чувствую, что вот-вот уже настигнет какая-нибудь ангина, сразу встаю на гвозди, иммунитет поднимается, и организм уже очень быстро встает в строй, и болезнь не проходит в этот момент. Болезнь сразу остановится, ангина, и на начальном уровне уже организм борется. Ну что ж, друзья, это кратце о том, как доска садху или стояние на гвоздях влияет на наше здоровье.